Госдума единогласно приняла закон о фейках. Теперь за распространение неправдивой информации о действиях вооруженных сил России могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Так, за заведомо ложные фейки штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона, либо до 3 лет колонии. За заведомо ложную информацию, созданную должностными лицами, организованной группой с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, штраф от 3 до 5 миллионов, либо от 5 до 10 лет колонии. За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, от 10 до 15 лет колонии.